София Бабетта. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о быке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ходил небо там рыбу, старуха пила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одною тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с головою морскою. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одною рыбкой, не с простой рыбкой, золотою.